Please read. Red and Circle. Circle. Прочитай, обведи, да? Давай, только one. Не забывай, one. We have a red bike. Good. Ну, если будешь говорить год, будет лучше, потому что тут художник опять не то что напортил, но американский, английский. Можно сказать we have red bikes, а мы лучше бы сказать we have got red bikes. Repeat. Two. She have long hair. Как ты мне только что говорил? Has для каких? Для хишит. Ну да. Ты же только мне сказал. She has long hair. Good. Ну ты даешь. She has, ну я тебе говорил, можно год добавлять. Давай. She has got long hair. She has got long hair. Three. I have got a radio. Four. He have got two balloons. Ну опять. Ну тут трояк, не обижайся. Это тут трояк. Ну, has для каких? Я потому что не делал это задание. Вы мне только присылали одно задание. Как не делал? У меня только третье говорили. Ну, опять ты ничего не видишь. Ты смотри, пожалуйста. Потому что мама говорит, что ты ничего не видишь. Вот твое задание, какое я тебе прислал. Смотри, что здесь написано. Упражнение первое, второе, третье на какой страничке? 45-й. Ну, ты смотри, пожалуйста. Договорились? Угу. Ладно, не буду трояк ставить. Ну, ты смотри в следующий раз. В самом верху идет твое домашнее задание. Какие упражнения, потом мазик и так далее. Ну, давай, соображай. Итак, правила снова говори. Has для каких? Или has got для каких? It have got. Has got. Для I, you, we, they have got. Ну, давай. Тогда сюда только смотри. Five. Five. Смотри ко мне сюда на картинку. Five. It Ну, Ярослав, ты меня сегодня удивил. Ну, на картинку смотри. Написано it. Для it мы какую берем? Для it has. Ну так бери has, ну что-то так долго-то. It has got long ears. Ну даешь. Six. Six. You have got a horse. Seven. Seven. They has apples. Ну опять поехал. Have got apples. Have got apples, потому что для they мы берем что? Have. Дает. Eight. Eight. We have got a... Ну, опять неправильно. We. We have got a computer. We have got a computer. We have got a computer. Ну, ты даешь. Ну, снова мне это правило говори. Перед вторым упражнением говори мне снова правило. Для I, you. Ну, для I, you, we, they мы берем что? Для I, you, we, they мы берем has got. Фу, ну ты что ж с тобой делать-то?